Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сегодня приглашаю вас немного пройтись по торговому центру City Mall из Сабуртало. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Сейчас времени 9:30, магазин работает, торговый центр до 10, но немножко сейчас сниму. Здесь все украшено к Новому году. Сейчас посмотрим на новогоднюю красоту. Хотел, конечно, показать, какие здесь есть магазины, но времени совсем у меня как бы не остается. Ну, сейчас мы прошли, там был магазин Zara, без Aldo. Там вдалеке виднеется магазин H&M. Пул&Бир, ну как обычно они все тут вместе. Там у нас виднеется Страдивариус, Манго немного в стороне, в коридоре. Сейчас я поднимусь на этаж повыше, там очень хорошо видно побольше эту красоту. На третьем этаже здесь более такие магазины middle сегмента, более подороже, а ниже этажом магазины для дома, товары для дома разные. Сейчас пойдем на эскалатор, поднимемся на третий этаж. Едем на эскалаторе. Время 9:30, и людей везде достаточно, здесь пока еще много. Вот здесь вы видите магазин Guess. Tommy Джинси. Так, девочки. Zara Man. Сейчас я обойду и поснимаю вот здесь красоту. Вот эта новая часть торгового центра была открыта, не помню точно когда, ну года 4-5 назад, примерно как и галерея Тбилиси. А есть еще старая часть, она небольшая, но сегодня я туда не смогу уже добежать. В старой части много обувных магазинов и супермаркет Goodwill. Вот здесь елка повыше. Такая красота. Ну, игрушек на елке не вижу, но гирляндами она украшена красиво. Посмотрите, какой огромный шар. А вот этот красный, по-моему, еще больше. Поднялась я еще выше этажом. Здесь уже кафе, игральные зоны для детей. Да, вот. Это, видимо, для новогодних фотосессий. Реклама Юска за одно магазина. Здесь также кинотеатр, по-моему, на этом этаже. Я в этот торговый центр не очень часто езжу, потому что он далеко от нас. И вот посмотрите, какая новогодняя красота. Вот на шарах написано City Mall. Я произношу Mall, потому что так привыкла на грузинском языке. Вот смотрите, там как раз кафе, а вот Кавая Синема написано, что-то я сразу не увидела. Но по темноте здесь поняла, что это кинотеатр. Сейчас немножко еще есть времени, пробежимся. Чуть-чуть хоть что-то еще покажу. Хотела сделать так же, как про Тбилиси Молли выпуск, но не получается у меня по времени. И кто не смотрел обзор Тбилиси Молли, то пожалуйста. А если Point у меня есть обзор, то я оставлю ссылки в описании к этому видео.
так, вот я пошла с другой стороны. Даже что это такое волшебное в этих чарах. Скоро еще сниму галерею Тбилиси. Ее тоже всегда очень красиво украшают к Новому году. О, а вот и я. Привет. Мы вышли на балкон, оказались на улице. Здесь тоже столики разные, музыка, не знаю, придется мне, наверное, переозвучку делать. Вот, добежал, здесь, конечно, очень холодно. Здесь такие елочки сделаны. И вот здесь тоже вот такой красивый балкон. И вот здание. Так, идем дальше по этому же этажу. Здесь у нас Макдональдс, Мак-кафе, Мак-кофе, не знаю. KFC, Бургер Кинг. Здесь у нас, наверное, пиццы пошли. Так. Даже я что-то не могу прочитать через телефон название. Так, там Бендис, ну а здесь разное быстрое питание. Аста Донерджи, прочитала наконец-то. Вот так здесь. Можно посидеть и погулять, и поесть, и кино посмотреть, и по магазинам походить. Так, это сейчас, не знаю, третий этаж, по-моему. И вот здесь тоже посмотрите. Как красиво все украшено. Ой, я вообще так люблю предновогодние магазины, витрины, когда все блестит. А здесь вот белые шары. Но этот торговый центр, конечно, очень большой. Обойти его, сейчас не обижать, нереально. Уже осталось до закрытия 10 минут, но пока ничего не говорят, что типа надо покинуть или что-то. Так, вот это какой-то обувной магазин. Charles and Case. Ну, я говорила, на этом этаже магазины, которые подороже. А вот много маленьких Санта-Клаусов. Макет какого-то здания нового строящегося района. Машина, реклама на продажу. А вот здесь центральный вход с улицы, торговый центр. Massimo Duty. Манго я так и не увидела, потому что оно немного в другой стороне. Так, я бегом спустилась на самый нижний этаж, где товары для дома. И разные мелочи, подарочки. Вот здесь цветочный магазин. Такая красота в декабре продается. Сказала охранник, магазины все закроются в 10 часов, и до 11 часов мы все должны покинуть торговый центр. Так, здесь же есть гипермаркет Goodwill, а вот это новогодние украшения разные.
И вот это магазин Библиос книжный. И здесь тоже всегда очень много всего новогоднего продается. Вот видите, они уже закрыли вход, чтобы туда не заходили, только можно выходить из магазина. И вот хочу вам показать вот такой вот красивый коридор зеркальный. Он как раз ведет к маркету Goodwill продовольственному. И здесь также можно выйти на улицу, на уличную парковку. На этом этаже также магазин Юск, который я вам уже не раз показывала, но это было в другом торговом центре. И у них тоже, конечно, вот такая новогодняя сказочная красота. Так, это Супери, магазин Супер. Это игрушечная и еще магазин с посудой. С этой стороны тоже магазин Home. Ой, как здесь красиво украшено все. Хорошо, что я успела все-таки спуститься на этот этаж. Посмотрите. В последнее время что-то очень много стало везде щелкунчиков. Какая карета сказочная. Ой, это магазин сказка. Магазин каре, и около него стоит вот такой пес. А дальше на этом этаже магазины электроники. Все они уже сейчас закрыли дверки. Немножко витрины Зары. Все здесь что-то в темных оттенках, ну, вечерний сейчас. Здесь презентуют духи Шанель. Так, а вот здесь как раз и манго. Витрина магазина манго. Пока свет не выключили. Сейчас мы на парковке, и надо оплачивать парковки на парковке в таком автомате. И выезжать уже просто вставлять талончик. Здесь огромная парковка, двухуровневая. Она вон там бесконечная, даже не видно конца и края. И вот очередь на выезд стоит. Здесь несколько секторов. Красивые машинки. Вот, посмотрите, здесь видно, что она бесконечна. Вот на такой ноте, на парковке, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. До новых встреч! Это выезд с парковки и центральный вход
в торговый центр. Дед Мороз по улице ходит.